Генос, а это еще что? Мастер, это люди, которые смотрят наше видео, но по какой-то причине не подписаны на наш канал. Думаю, если мы их попросим, если им напомним, они обязательно подпишутся. Ладно, погнали. Понял. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. One Punch Man, 192 глава. Токсичное вещество. Скрытая сила внутри маленькой сущности. Прикончить тебя должен был мой младший брат. Но, похоже, на это нет времени. Раз уж мы будем сражаться, то сдерживаться я не собираюсь. Я не могу следить за ними. Давай продолжим в каком-нибудь другом месте. Леди Микель! Свинобог? Учитель? Они и до вас добрались! Держитесь! Пожалуйста, вы поможете мне? Ну же, ведите их все! Не обращайте внимания на их количество! Вот же черт! Я забираю первое место в гонке убийств! О, похоже, у тебя осталось еще немного экстрасенсорных сил, чтобы оказать сопротивление. Но этого недостаточно. Интересно, что будет, если я сожму очень-очень сильно. Испепеление. А, кибердемон. Тебя сюда никто не звал, груда металлолома. Генос! Я установил программу высвобождения из погребенного состояния, а также использовал данные, полученные после проигрыша тебе. Разве не здорово, что благодаря мне ты смог стать сильнее, а? А вот тебе не помешало бы установить функцию анализа собственного поведения. Все еще способна сражаться? У кого ты, по-твоему, спрашиваешь? Что это за вонь? Где ты, старикашка? Что за уродливый фюрер? Ты? Что это с тобой? Он одновременно плавится и разбухает изнутри? Серебряный клык! Где ты сныкался? А ну выходи! А кто трындел, что будет первым в гонке по убийствам? По делам тебе! Заткнись! Грязное отродье, лишенное блеска. Почувствуй же двойная сверхлитая базука. Клешни плавящий удар. О?
Темноблеск! Настолько едкая кислота! Я получил эту силу желудочной кислоты от живуна. Попробуй вкус унижения с комплексом неполноценности в придачу. Не атакуйте голыми руками! Упокоение! Занбай! Атомный разрез! Яйдараху и Асуры! Неплохо! Сколько же боевого опыта он накопил за столь краткий срок? Соединив различные техники, он создал собственный стиль. Неужели это из-за превращения в монстра? Но в любом случае, нужно продержаться до прихода Бэнка. Он заблокировал удар? Берегись, Бэнк! Он уже не тот, что прежде! Гарроу.